ржавые гранаты. Мы не однажды ночевали в школах, оружие пристроив в головах, среди белых стен, ободранных и голых, на подметенных наскоро полах. И снилось нам, что в школах может сниться черемуха, жужжание морских пчел, глаза и косы первой ученицы, мел и чернила, глобус и футбол. Мы поднимались сразу на рассвете, стягивали настерки, мылись у реки и шли вперед, спокойные, как дети, всезнающие, словно старики. Мы шли вперед, возмездие и расплата, оставив в классе около стены страницу правды мятую, гранату, размотанный кровавый бинт солдата, наглядные пособия войны.